На умовній варті забрійського спорту понад 40 років поспіль – унікальна людина, про яку хочеться розповісти не лише як про фахівця своєї справи. До того, аби сягнути визнання у праці, герою нашої програми довелося пройти чималий життєвий шлях, на якому доля не завжди була прихильною та лагідною до нього. Я не знаю второго такого человека, такого масштаба, как Аркадий Борисович Копилевич, который бы столько сделал для запорожского спорта в целом и для спортивной журналистики Запорожья в частности. Человек многие годы отдает всего себя именно работе спортивной журналистики. Это и историк запорожского спорта, и архивариус, и человек, который следит за настоящим, немножко предугадывает будущее, пишет книги, пишет репортажи, пишет отчеты, успевает вести интернет-страничку, успевает вести спортивную полосу за «Парижской правде». Поэтому я бы даже не стал процентно оценивать вклад Аркадия Борисовича Копилевича в запорожскую спортивную журналистику, поскольку именно благодаря ему у нас на Запорожье, как то кажуть, есть целая плеяда, несколько поколений хороших, добротных спортивных журналистов, которые сегодня, может быть, и не работают в спортивной журналистике, но сделали свой тоже вклад благодаря ему, тому толчку, который он им дал. Это у нас самый известный спортивный журналист, которого я знаю еще со времен, когда я еще играл. То есть это у нас уже человек, который долгое время освещает все спортивные события в городе. Ну и знаю его как, вообще-то, очень серьезного журналиста, который, в общем-то, достаточно актуальные темы всегда поднимает. Всегда радует встречи с ним. Я всегда рад, еще раз говорю, пообщаться с ним. Ну и вообще самые такие очень хорошие человеческие взаимоотношения с этим человеком. Честен, откровенен всегда и добропорядочный. Просто человек с большой буквы. Это мое личное мнение. Я от него никогда не отойду. С этим человеком, как говорит, можно и в бой идти. Травень 1941 року. У родині Копильовичів, Бориса та Олени народився син, якого назвали на честь діда Аркадієм. Однак подивитись на перші кроки свого первістка батькові тоді не судилося, завадила мобілізація. Трохи згодом доля ледь не забрала життя у малюка. Це вже зараз Аркадій Борисович пригадує про це із усмішкою. Хоча тоді все могло закінчитись дуже печально. Мать працювала на заводі імені Баранова, це нинішній «Мотор Січ». І нас евакуювали в Омск, оскільки туди завод быстро был эвакуирован, и там через короткое время уже начал работать и давать двигатели для фронта авиационные. Как мать рассказывала, я мог не доехать до Омска, ехали не в комфортных условиях, и на меня свалился чей-то мешок с сухарями. А мне-то было там несколько месяцев. Фашистська Германія капітулювала. Цих слів тоді чекала вся велика країна. І не дивно, що для маленького Аркаші ця фраза стала найбільш яскравим моментом у дитинстві. Мать з бабушкою обнімались, дядя, по-моєму, був на роботі, тому що він працював на моторсечі. Це було лікування. А потім, десь через рік, повернувся отець, може менше, с фронта, и мы вернули Запорожье. Я запорожский, уроженец Запорожья. Спорт у меня тянуло с юных лет. Я восхищался людьми спорта, и мне повезло, что я жил в спортивном дворе. Счет матча открыл Александр Комаров, номер 6. Впереди команда Юнга Морская Академия, 1-0.
Стадіон «Локомотив» – наші дні. До речі, колись головна ігрова спортивна арена міста зараз частенько буває місцем праці нашого героя. Як суддю-інформатора або ведучого заходу, Аркадія Борисовича нині регулярно запрошують чимало ігрових колективів або організацій. А ось понад 60 років тому цей стадіон був другою домівкою для маленького Аркадія та його друзів. Тут проходило моє дитинство, якщо можна так сказати. Хоча в дитинстві я був хилим мальчиком, але, тим не менше, спорт притягував мене буквально. И у нас двор был очень спортивный, но такие личности, как баскетболисты Виктор Венгеренко, Владислав Матусевич, пловцы Сергей и Александр Харкины, и напротив жил Леонид Ратнер, ныне известный гандбольный специалист. Вот, и в принципе вся детвора пропадала либо здесь, либо на стадионе «Спартак», который находился на том месте, где сейчас находится дом одежды. Если перенестись в те времена, значит, когда здесь бывали физкультурные праздники большие, это огромный мяч, вот где-то высотой двухэтажный дом, вот его гоняли по полю здесь, вот, как сейчас, помню. Бывало, видел ходоков здесь, сейчас у нас нет спортивной ходьбы, ходоки здесь состязались. Ну, а команда «Локомотив», это предшественница «Металлурга», она была настолько популярной, что тут и места не было свободно на трибунах. Ну, мы находили лозы, пацаны, значит, попадали сюда, смотрели эти матчи.